Плодотворное сотрудничество Министерства курортов и туризма Республики и Минкультуры Московской области подписали соглашение в Ялте. Своими подписями документ скрепили профильные министры ведомства. Теперь регионы будут совместно работать по продвижению крымского туристического продукта. Московская область станет лидером по продвижению крымского продукта. В этом уверена министр курортов и туризма республики Елена Юрченко. Платформой для сотрудничества станет богатое историческое наследие полуострова. Договоренности скрепили подписями. Теперь Минкурортов республики и Министерство культуры Московской области – партнеры. Второго такого уникального географической точки, где сочеталась бы природа, здоровый климат, море и фантастическое историческое, археологическое, культурное наследие, второй точки в мире такой нет. Просто надо раскручивать, показывать. Работать планируют над укреплением сотрудничества в сфере туризма и расширением экономического, информационного и социального сотрудничества. Определились и с ключевыми задачами. Презентовать те туристические маршруты, которые уже есть и которые пронизаны вот этим историческим духом нашего Крыма. И разрабатывать новые, чтобы как можно больше туристов, гостей приезжало на наш прекрасный крымский российский полуостров. По словам Елены Юрченко, это уже 12-е соглашение, которое Крымское министерство подписывает с регионами и субъектами Российской Федерации. Светлана Иванова, «Время новостей», Ялта.